Мы твои родные дети. Пусть синеет небосклон. Немцы, русские, башкиры, и казахи, и мордва проживают в добром мире, как на дереве листва. Добрый день, уважаемые участники и гости межнационального фестиваля «Новый год вокруг света» под ваши аплодисменты! Не слышу вас, пошумим немного! Мы рады вас приветствовать в Бугровском сельском поселке. Сегодня на нашем празднике вы сможете не только познакомиться с национальными песнями, танцами, но и угоститься национальной кухней наших участников под ваши громкие аплодисменты! И слово для приветствия участников и гостей фестиваля предоставляется главе администрации муниципального образования Бугровское сельское поселение Купина Ирине Вениаминовне под ваши громкие аплодисменты! Так. Ирина Вениаминовна, подождите, давайте еще раз поаплодируем! Купина Ирина Вениаминовна под ваши громкие аплодисменты! Ура! Я рада приветствовать всех сегодня на этом замечательном празднике. 3 года назад в администрации была создана программа по межмуниципальным и конфессиональным взаимоотношениям при поддержке Совета депутатов. Эту программу Совет депутатов поддержал, выделил средства на нее, и мы вот в течение 3 лет осуществляем уже работу по этой программе. И сегодня в рамках именно этой программы мы проводим этот замечательный фестиваль «Новый год вокруг света». Я думаю, что все со мной согласятся, что в это не столь мирное время хочется, чтобы мы дружили между национальностями, между конфессиональными различными организациями, чтобы был вокруг нас мир и добро. И самое главное, чтобы вокруг нас была любовь. И, конечно же, я поздравляю вас всех с этим замечательным праздником. Очень хочется, чтобы вы сегодня были счастливы, радовались этому замечательному солнечному дню. И чтобы, конечно же, вам этот праздник обязательно понравился. И поскольку это у нас только первое начинание, я думаю, что мы обязательно в следующем году этот фестиваль будем приумножать, продолжать. И, конечно же, будет как можно больше уже национальностей у нас участвовать в этом празднике. Всех с праздником поздравляю! Слово представляется отцу Василию, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, вы, наверное, заметили, что в последнее время в нашем поселке появилось много замечательных традиций, праздников, и это все вот благодаря нашим главам. Вообще, женщины, они очень креативные, мудрые, находчивые. Вот и эта новая замечательная традиция, я уверен, она поможет объединить все народы, все конфессии не ради каких-то плохих вещей, а ради любви, взаимопонимания, взаимоуважения. Все религии традиционные, они призывают как раз-таки к любви к ближним, к друг другу. И Господь говорит, любите друг друга. И поэтому вот, ну, мы сегодня здесь с вами собрались для того, чтобы эту главную заповедь любви как раз-таки исполнить. Все, конечно, традиции в каждой конфессии, все традиции разные. Вот, но на фоне этой разности нам необходимо как раз-таки объединяться. Не драться из-за того, что у каждого своя какая-то традиция, а принимать что-то новое, что-то интересное. Всегда в любой традиции для каждой конфессии новой найдется что-то интересное и новое, которое можно будет применить. Вот сегодня как раз-таки мы положили эту хорошую основу, хорошее начало для того, чтобы посмотреть друг у друга что-то хорошее, новое, что-то, может быть, слезать и сделать по-своему. Вот, я, например, кое-что уже из вкусности подсмотрел, вот, и буду просить дома свою матушку, чтобы она это тоже обязательно приготовила. Всех с наступающим праздником Нового года и с Рождеством Христовым! Храни вас всех Господь!